Церковь в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, разместила на двух билбордах послание от сатаны, сообщает Christian Post. «Пожалуйста, не посещайте в это воскресенье церковь Redemption. Подпись «Сатана», — гласит реклама. В интервью с представителями местного СМИ пастор церкви Рон Карпентер объяснил, что реклама нацелена на привлечение молодежи. «Я хочу достичь молодое взрослое поколение, которое часто называют экстремальным. Поэтому я пришел к выводу, что мы должны адресовать им экстремальное послание для того, чтобы возгореть в них любопытство», — рассказал пастор.